АвтоВАЗ выкупит у американского концерна General Motors 50% акций совместного предприятия GM АвтоВАЗ. После завершения сделки российско-американское предприятие станет чисто российским и будет полностью принадлежать группе АвтоВАЗ. Финансовые подробности сделки стороны не раскрывают. Сегодня СП выпускает только одну модель – внедорожник Chevrolet Niva. В течение ближайшего времени машину продолжат выпускать под маркой Chevrolet, но позднее внедорожник все-таки получит шильдики Lada. Есть шансы, что со сменой шильдиков популярный полноприводник переживет небольшой рестайлинг. Во всяком случае, такое обновление готовилось силами СП. Таким образом, в гамме отечественной марки будут два родственных вездехода. Это классическая Lada 4x4 и бывшая Chevrolet Niva, по сути, первое и второе поколение Нивы. При этом АвтоВАЗ снова получит права на само название Нива, ранее проданные концерну GM. Напомним, что совместное предприятие GM АвтоВАЗ было основано в 2001 году. С 2004 по 2008 завод выпускал не только Ниву, но и модель Chevrolet Viva, которая представляла собой седан Opel Astra поколения G, но оказалась невостребованной. 5 лет назад в Тольятти стартовала разработка Chevrolet Нивы второго поколения. Однако до серийного производства дело не дошло и теперь уже точно не дойдет. Зато серийное воплощение концепта 4x4 Vision, которое марка Lada показала на прошлогоднем московском автосалоне, теперь имеет шансы выйти на рынок под именем Нива. По слухам, новый кроссовер, а это будет именно кроссовер, должен появиться в линейке Lada в ближайшие 2 года.